Активисты Одинцовского отделения «Единой России» проинспектировали работу модернизированного водозаборного узла номер 1 в Одинцово, осмотрели новое оборудование, обсудили с работниками объекта его возможности и проверили качество воды. Производительность ВЗУ номер 1 на Садовой улице составляет 6500 кубометров в сутки. Стоимость строительно-монтажных работ составила 290 миллионов рублей. Финансирование шло из федерального, регионального и муниципального бюджетов.